Добрый день, уважаемые пациенты. Сегодня мы с вами обсудим случай эрозии, покрытой гнойными корочками в основании полового члена. К нам обратился молодой человек, у которого длительное время существовали эрозии, около 3 недель, которые образовались после интимной жизни в презервативе. Он был на приеме в КВД, ему поставили герпес половой без анализов, назначили препараты по типу ацикловира, и любимые свечи подобных врачей — это виферон и задний проход. Он их с успехом поставил в течение 10 дней, пропил таблетки, однако высыпания как были, так и остались. Ну, что мы видим? Мы видим на воспаленном основании эрозии, покрытые гнойными корочками. Что было сделано? Первое. В этом случае необходимо взять с поверхности эрозии ПЦР-анализы на герпесы всех типов, на, в том числе, бледную трепанему, возбудитель сифилиса. Данные анализы были отрицательны. Второе. Был взят посев из-под этих гнойных корочек на бактерии. Был высеян гемолитический стрептококк. Что это такое? Это так называемые стрептококковые петигры, или, грубо говоря, поражение кожи бактериями, которое вызывает слоение, расслоение кожи и появление кратковременных пузырей, так называемых флектен, которые быстро ссыхаются в корочке. Никакого герпеса здесь нет, поэтому и подобное противогерпесное лечение с иммуномодуляторами в принципе не работало. Что здесь нужно делать? Назначить антибиотики по чувствительности подобной бактерии. Вначале, если нет чувствительности, назначаются при отрицательных анализах на герпес и сифилис поверхности высыпания антибиотики по типу тетрациклиновых антибиотиков, цехтриазона внутримышечно, что было сделано. В дальнейшем сменен антибиотик по чувствительности, это был клиндамицин внутрь, плюс наружно антибактериальная мазь, эритромицинная мазь. Данное высыпание разрешилось спустя 4-5 дней. Что говорит о том, что если правильно подбирать терапию и грамотно назначать анализы, не ставя, в общем-то, скажем так, неправильные диагнозы полового герпеса или другой какой-то диагноз, да, а, в общем-то, исключая герпес с помощью анализов, которые, кстати, сейчас делаются в течение суток, если брать ПЦР-анализы с поверхности высыпаний, ну и, соответственно, правильное лечение приводит к достаточно быстрому и полному выздоровлению. Действительно, кожа половых органов является достаточно тонкой и подвержена таким заболеваниям, например, стрептококковой петиги. Когда идет проникновение бактерий, как я сказал, в поверхностные слои кожи. При необходимости диагностики и лечения различных высыпаний в области половых органов вы можете обратиться к венерологам, урологам нашего медицинского центра платной КВД в Москве. У нас прямо грамотный специалист, который занимается диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике, подписывайтесь на наш канал на YouTube, на наш канал Instagram. Спасибо за внимание.